Большой пленэр «Слет» объединил на Берестейской земле самых активных и увлеченных школьников Бреста и украинского Луцка. На базе отдыха Комарова в Кобринском районе для ребят организована комплексная программа, в рамках которой инициативная молодежь развивает большое количество направлений. В этом проекте довольно много различных конкурсов, творческих конкурсов по тематике безопасности. Радует то, что вот мы создаем условия для того, чтобы дети мыслили творчески и предлагали идеи, как увеличить, как улучшить, как обеспечить безопасное общество наше. Язык безопасности, из чего он формируется и почему сегодня его значимость находится во главе угла деятельности служб по чрезвычайным ситуациям двух государств. Вопрос серьезный, требующий основательного подхода. Во-первых, молодежь более активная и мобильная. Она открыта новым знаниям и опыту, что поможет в случае чрезвычайной ситуации быстро сориентироваться. Во-вторых, детская шалость – одна из причин, по которой происходят многочисленные чрезвычайные ситуации. Поэтому их предупреждение – общая задача. Здесь очень весело. Всегда мы чем-то занимаемся. Тут и рисуем, и что-то лепим, клеим, и, ну, это действительно очень увлекательно. Мы бегаем, у нас постоянно какие-то эстафеты проходят, можем ездить на велосипедах. Конечно же, форма обучения игровая, никаких лекций и аудиторий. Таким образом, юноши и девушки не только получают большой багаж знаний, но и развиваются физически, занимаясь на свежем воздухе, развивая выносливость, формируя иммунитет. Однако все же главная задача – формирование культуры безопасного поведения.